уважаемые коллеги, меня зовут Стас Белоус, я практикующий врач-стоматолог. Я приглашаю вас на мероприятие, которое организовано компанией CityDent, 3D Congress. Это мероприятие, которое покажет вам современные возможности цифровой стоматологии. У нас будет много интересных спикеров, которые работают с цифрой, в том числе и я. Но в двух словах скажу, что с микроскопом и с врачебной CAD/CAM-системой я работаю более 6 лет. Представлено оборудование фона MyCrown. Цель моего выступления – рассказать, как на приеме врача-терапевта может быть реализован CAD/CAM-протокол. Итак, в двух словах покажу. Нашел клинический случай – одиночная реставрация на седьмом зубе. Обратите внимание, что это не ортопедическая работа, это больше терапевтическая работа. Второй класс по блоку. Что, ни один терапевт с этим не справится? Конечно, справится. Но за прямую композитную реставрацию вы получите одно количество денег, а за CAD/CAM реставрацию вы получите другое количество денег. Пожалуйста, оставляйте заявки по указанному адресу. И до встречи на мероприятии. Будет интересно, я постараюсь максимально поделиться тем опытом, который у меня имеется в CAD/CAM направлении, и я постараюсь в хорошем смысле слова заразить вас цифрой, чтобы вы улучшали свой прием, улучшали сами себя и также улучшали качество жизни наших пациентов. Поэтому до встречи на этом замечательном мероприятии. Уделите, пожалуйста, время на свое собственное развитие и поговорим обо всем, что касается цифры в стоматологии. Всем хорошего дня. Пока.